связываем метан с какими-то процессами биологическими, ну, в каком-то смысле процессами гниения, и поэтому связать его с местами, где выделяется метан, с водой, будет очень важно для понимания природы этого явления. На аппарате стоит новый прибор для нейтронной, называется телескоп Фрэнк, гораздо лучшим разрешением, на порядок большим, он будет показывать места, где под поверхностью есть запасы воды, и очень чувствительный прибор, и российский, и бельгийский, для изучения, вот, точного изучения метана. Мы пока наши знания о нем такие немножко отрывочные и противоречивые, а это, сами понимаете, что это очень важная задача, потому что как бы два фактора для поиска следов жизни — это вода, с водой более-менее все ясно, и метан теперь.